поехали с ребятами на дилершип Porsche. Porsche. Говорю по-русски. Porsche. Это... И сейчас нам сделают экскурсию здесь. Встретили одного человека, который здесь работает. Он сам из Польши, давно уже в Америке. Он мне вкратце уже закинул немного информации, что они на первом месте по продажам в Америке. Так вот, что я говорил, то что это первый дилершип Porsche, первый дилер Porsche по количеству продаж в Америке. В Америке на первом месте. Находится Pampano Beach. Какие здесь машины, посмотрите. Просто не могу не отвлекаться, не показывать это. Это прям, это красиво. Большой сам по себе, как это сказать, локация. Очень большая территория, у них огромная. Вот это все. Это все их территория. Несколько зданий. Вот он, GT3 кто-то грузит. Так, ребята, мне кажется, вот там. Вау. Вау. Сколько здесь. Вот это красавцы стоят. LS. Красота. Блин, я делаю чужую. Что там делается? Да, вот красная. Да. А это для чего? Это студия? Студия. Фото. Вау. Белая полностью. Крутят. А, и ты как ты на сайте делаешь, да, вот эта мышка. Так, круто. 300 машин. 300? 300, я. А, это под кондиционером. А сколько в общем у вас здесь машин? Сколько там в общем? Везде, like, total cars. Total 349. 349. Yes. Здесь только? Здесь and showroom. Showroom, окей. Okay. 249. И получается, у вас, когда покупатель еще выбирает машину по складу, он приходит сюда и смотрит. Yeah, yeah. Но вот сейчас мы пришли, вроде особо людей нету. А обычно как покупают? Приходят или через интернет? Интернет звонит. Телефон. Аппойнтинг, знаешь, как заранее договориться. Договорились о встрече, приходите, да, посмотреть. Все. Да. А вы сколько работаете уже? 21 год. 21 год. Пойдет. 2000 машин. Пускай средняя машина 100 тысяч, да? Вот, сука, 100 тысяч. Я почти 20 миллионов получается. 200 или нет? Ну, 20. Нет, 200 на 2000 на 100 тысяч это 20 миллионов. 20 миллионов. Работает? Работает математика? Я хорошо работаю. Или на борт. Прикольно. А видели надпись, слышишь? Надпись есть baby on board, а там baby not board. Типа ребенку не скучно, знаешь. Вот есть baby on board. Baby not board, да, а ребенку не скучно. Да, это похоже. Это so funny. Ходишь, столько помещений, потом тарга. Сказали, они очень лимитированы сами по себе, так как немного производят, и на них всегда очередь. Вот этого я не знал. Он, тарга, оказывается, лимитированная, да, машина? Ну, по самому не лимитированная. Ну, не лимитированная, их мало. Их очень мало, да? Да. Ну, это же, да, тоже? Эта история, пока что-то штурм сделал. Ну, цвет, что, да? Да, видишь, да, вот это и полотно так же сделано. Классический старый цвет. Это же их американские, они на американский рынок. Время запретили и сделали. Продано вот это? Солнце.
Это вообще просто спорт, да? Это, да, это машина идет как спортинвентарь, она не идет без, она идет без документов, она только спортинвентарь. На ней нельзя ездить, да, но сейчас, ну, в России нельзя ее поставить на учет, я не знаю, как здесь. В России нельзя поставить на учет, ее как лыжи купил, ты можешь покататься, ну, серьезно, дышу, да, спортинвентарь, да, и ты ее привез на эвакуаторе, покатался на треке, поставил. Нормально, да, спортинвентарь? Ну да, машина в России. А, она... на эвакуаторе, ты даже по дороге не можешь передвигаться? Нет, если у тебя нет документов, нет ничего. В России она стоила 28 миллионов рублей. Вот этот цвет красивый, да? Очень крутой. Один из моих любимых цветов. А как он называется? Я вот так вот. Прям очень красивый. Вот это. Ну-ка, про спайдер расскажите, ребята. Валя, кто-то про спайдер, пожалуйста. Есть машина, то есть электрическая установка, есть... топливный мотор. И эти трубы изначально были сделаны в первом пилотном проекте, когда его представляли, они были выведены вот здесь. Ага. И после того, как, ну, потом уже их переместили туда. Почему? Потому что если машина будет стоять работающая, ага, да, то и кто-то будет стоять рядом, это ноги будет обжигать. И поэтому перенесли туда. Слушай, вот то, что ты рассказал про Топ Гир, мне аж интересно посмотреть. Да, очень крутой, очень эмоциональный. Там ролик он снял, это молодой там парень, я не помню, как его. Прикольно, он любит Porsche. А руль с 918-го после этого пошел на все модели, начиная с Macan, потом на 911, на Cayenne. И на нем, интересно, вот эта консоль, она сенсорная, да? То есть начала появляться вот сенсорная консоль уже на этой машине. А какого года их начали выпускать? Год или какой-то, там, год у нас, который сделали, 14-15 год, когда их продавали. Это получается вот это примерно 14-15 года. Сейчас они по 2000, да, там двое. Да, потому что эти машины, они только дорожают, потому что их меньше становится, кто-то их бьет. Да. И, соответственно, все меньше и меньше, было еще 18 штук. И это на момент, когда она была выпущена, топовые технологии, которые, возможно, были использованы в этом автомобиле. И они эти технологии дальше начали в обычной, в массовой модели уже внедрять. Ну, где-то что-то, не все подряд, но тем не менее. Приехали на авиашоу. Сейчас будем показывать. Ребята, чуть дальше. Да пойдемте туда, найдем их. Это наши друзья. Привет, ребят. Макс, Леня. Привет, я Денис. Привет, привет, Денис. Привет, Денис. Очень приятно. Он что только не делал. Да? Он там. А, в конце, там, да. Полностью потом. Короче, причем как бы довольно-таки низко на этих низких высотах, и иногда такой прямо звук закладываешь. Да, будут этот отряд Blue Angels с расстоянием между самолетами 45 сантиметров. 45 сантиметров? Это очень интересно. Я уже тошнит. Может быть, его тошнит, это просто такая профессия. Это было круто.
Слушайте, это маленькая камера, от нее рука устает. Вот они. Вау, они летят 45 сантиметров друг от друга в расстоянии. Вот они сейчас друг напротив друга. Вау! Смотрите, началось шоу, авиа, было очень круто, эмоции, конечно, офигенные, просто когда самолеты эти пролетают над тобой, это круто. Сейчас пришли перекусить, вот, пальчик один, иди сюда, мой хороший. Поставить она захватит? Нет, слайдер — это маленький бургер. Да, слайдер — это маленький бургер. Я уверен. Я считаю, что я сделала просто гениальный кадр. Кто-то, кроме тебя, так считает? Дух. Класс. Чувство почти. Можно мне его переслать? Да, так сначала я его... Оплати, копирайт.